Уже 8 утра, а на площадке перед главной сценой не протолкнуться. Каждый день на форуме «Утро» начинается с зарядки. 1300 молодых юношей и девушек собрались на 5-й форум молодежи Уральского федерального округа «Утро-2015». Планов очень много, начиная от образовательной программы и заканчивая вечером развлекательной. Я хочу попасть абсолютно везде, но это, к сожалению, не получается. Но я постараюсь. Сегодня день проектный, так что надеюсь проконсультироваться по своим проектам, получить много новой информации по своим площадкам. Территория Тюменского президентского кадетского училища стала площадкой проведения форума не случайно. Прекрасная материально-техническая база позволила организовать форум на высочайшем уровне. Тема патриотического воспитания и 70-летия Победы «Красной линией» проходит через все площадки форума. В этом году делегациям была поставлена задача приготовить арт-объекты, естественно, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, и также представить выставку «Вклад своего региона в победу». Отличаются они прежде всего своей символичностью, потому что в каждый арт-объект вложен определенный символ, символ победы, символ преемственности поколения. Самыми многочисленными стали делегации Тюменской и Свердловской областей. Форум хоть и является площадкой молодежи Уральского федерального округа, но на него приезжают гости из других регионов. Информационная политика – наиболее интересная для Яны тема. В прошлом году ей удалось получить бесценный опыт презентации своего проекта «Крым молодежный». В прошлом году, к сожалению, за защиту проекта, несмотря на много интересных лекторов, мне удалось посетить эти площадки все. В этом году я уже приехала с четкой целью познакомиться с определенной аудиторией, наладить отношения с другими областями и почерпнуть, чтобы лучше развивать у себя. Чтобы попасть сюда, каждый из участников выдержал серьезный конкурс – 3 человека на место. Все ради того, чтобы оказаться в числе лучших представителей молодежи федерального округа и вместе учиться, развиваться и притворять свои идеи в жизнь. Владислав Соколов, Юрий Гудок, Раф Аюпов, информационное агентство «Тюменская линия».